Всем привет! Меня зовут Вячеслав Медонов, и так случилось, что я стал актером. Мне 25 лет, я закончил Саратовский театральный институт. Но перед тем, как поступить в театральный институт, я профессионально занимался спортом. На данный момент я кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо. Да, до сих пор продолжаю тренироваться. Я выступал по боевому самбо, выступал по рукопашному бою, ну и был опыт выступления по смешанным единоборствам. А также владею верховой ездой, то есть на коняшках. Вот, владею видами оружия разными, начиная от средневекового фехтования, заканчивая классическим. Категория прав у меня Б, замечательно вожу машину, кстати. Ну, в принципе, о себе рассказать то, что я красивый, обаятельный, такой классный, но это вы сами все видите, конечно. Вот, в принципе, все. Спасибо вам.